Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусное оригинальное блюдо из картофеля. Такое блюдо можно подать даже на праздничный стол. Выглядит оно очень оригинально и интересно. Здесь у меня 900 граммов картофеля. Я его нарежу на кусочки и отварю до готовности. Подсаливаем по вкусу и кладем один лавровый листик. Тем временем измельчаем немного укропа. Мелко нарезаем одну луковицу. Если у вас есть мясорубка, то можно пропустить через мясорубку вместе с мясом. Теперь берем мясо, абсолютно любое, у меня это свиное шейк, 450 граммов, и мне нужно сделать из него фарш. Я буду делать при помощи блендера. Лола! Лола! Добавляем сюда лук, добавляем черный молотый перец по вкусу и также соль по вкусу. Перемешиваем. Берем немного сыра, грамм 50, и нарезаем на 6 частей. Влажными руками берем 1/6 часть фарша, чтобы фарш не прилип, смачиваем руки водой, как я уже сказала. В горячий картофель добавляем немного сливочного масла и немного молока. Добавляем укроп. Берем 1/6 часть картофельного теста. Повторение, мать учения. Смазываем форму сливочным маслом. Смазываем желтком. Ставим выпекаться колобочки в духовку, которая уже прогрета до температуры 180 градусов, приблизительно на 35 минут.
Невероятно вкусно, вот что я вам скажу. Такое красивое, оригинальное блюдо из абсолютно простых и доступных нам всем ингредиентов. Всего лишь картошка и фарш. А получается очень вкусно и красиво, и так необычно. Можно даже подать на праздничный стол. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.